9 апреля 2014 года в Волгограде состоялась встреча предпринимателей и общественных деловых организаций в рамках всероссийской акции «Контрольная закупка». Мероприятие организовано членами клуба лидеров при поддержке Агентства стратегических инициатив по поручению президента Путина. Волгоград стал 8-м регионом России, в котором состоялась подобная встреча. На мероприятии присутствовали председатели Торгово-промышленной палаты, «Опоры России», «Деловой России», Клуба лидеров, Российского союза промышленников и предпринимателей. Открывал встречу директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив Артем Аветисян совместно с московскими членами клуба лидеров. Сегодня мы все-таки хотели бы не просто поговорить, а приступить к конкретным практическим шагам. Это нужно прежде всего предпринимателям, то есть тем, кто занимается бизнесом, и, собственно, каждый день сталкиваются с определенными барьерами, с определенными проблемами. У нас теперь есть механизм в наших руках. То есть мы можем, безусловно, говорить о том, что и думать, что давайте мы сейчас обозначим проблемы, и за нас решит президент. Нет, мы можем эти проблемы сейчас решить сами. Президент инициировал этот механизм, и он дал инструмент решения данных вопросов. Круглый стол также посетила глава города Волгограда Ирина Михайловна Гусева, продемонстрировав непосредственное взаимодействие местных властей с волгоградскими предпринимателями. Если вот этого диалога не будет, мы тогда никогда друг друга не услышим. Но мы так и будем, сидя у телевизора, говорить: ой, ну очередные брехуны что-то несут там. А я, заходя в магазин, ой, ну в очередной раз эти бизнесмены, бездельники. Мы так и будем говорить. Только нормальный диалог, только когда мы научимся слушать и слышать. Давайте возьмем за правило встречаться, например, раз в месяц, каждую среду, там, в 9-10 часов, чтобы я знала и вы знали, что не надо записываться с 10 часов, вы приходите и задаете вопрос. На круглом столе активно обсуждались вопросы улучшения инвестиционного климата в Волгоградской области, а также разъяснялась механика работы с дневниками тайного покупателя при получении разрешений на строительство, подключении к энергосетям, совершенствовании таможенного администрирования, регистрации предприятий и собственности. Если вы, как предприниматель, готовы стать участником контрольной закупки по одному из 5 направлений, заполняйте анкету участника на сайте leadersclub.ru, либо свяжитесь с региональным координатором в Волгограде по телефону 50-32-35. Задача участника – отмечать в дневнике сроки и стоимость прохождения предпринимателем процедур регистрации в госструктурах. Волгоградские предприниматели не просто с интересом откликнулись на эту идею, а выразили непосредственное желание участвовать в этих контрольных закупках. Благодаря этой работе можно увидеть те узкие места и понять, как можно улучшить процедуры ведения бизнеса, чтобы в стране было делать бизнес быстро, легко и дешево. Волгоградцы, предприниматели, меняемся мы, меняется власть.